Здравствуйте! Перед вами мешкозашивочный комплект А1ПБ. Данный комплект предназначен для зашивания наполненных мешков в автоматическом режиме. Комплект состоит из транспортера, механизма подгиба мешка, швейной головки и стойки А1ПБ. Наполненный мешок движется по транспортеру, затем механизм подгиба захватывает мешок, подворачивает верхнюю кромку и передает на швейную головку. Швейная головка оснащена фотодатчиками, прошивает мешок двухниточным цепным швом, также снабжена автоматическим обрезчиком нити. Производительность данного комплекса составляет 700-800 мешков в час. Зашивание мешка происходит автоматически, без участия оператора. Стойка универсальная, подходит для крепления различных швейных головок. Предусмотрено регулирование головок по высоте, что позволяет зашивать различные типы размеры мешков. На стойке установлен силовой шкаф и пульт управления. На пульте управления кнопка «Пуск», индикатор «Сеть» и переключатель с положениями «Работа», «Реверс» и «Нейтральное положение». Подгиб кромки мешка обеспечивает более герметичную упаковку, что предотвращает высыпание продукта. Предусмотрено регулирование зазоров между захватами, что позволяет прошивать различные по толщине мешки. Упрочненная конструкция механизма захвата позволяет работать с мешками весом 50 кг. При необходимости устройство подгиба снимается, и механизм работает просто как захват мешка. Швейная головка оснащена автоматической системой смазки, швейный механизм находится в масляной ванне. На стойке установлен пневмораспределитель обрезчика, блок подготовки воздуха и манометр для контроля давления. Регулируемые опоры надежно фиксируют транспортер во время эксплуатации. Транспортер оснащен импортным мотор-редуктором, импортной трехслойной бесшовной лентой. Предусмотрено регулирование ограждений по высоте и ширине, что позволяет легко удерживать мешки разного размера и объема. Скорость движения транспортера, механизма захвата и швейной головки синхронизированы.